Здравствуйте, мои дорогие любители путешествий и все-все, кто зашел ко мне на канал. Ура, ура, ура! Хотя коронавирус еще не побежден, пляжами в Белгороде уже разрешили пользоваться. Правда, при условии соблюдения социального дистанцирования. Давайте посмотрим, что там за обстановка. Мы на центральном пляже на левом берегу Северского Донца. Мне показалось, что все как обычно. Только к привычным регулярным объявлениям по громкоговорителю добавили правила Роспотребнадзора в связи с нераспространением коронавируса. Да, ребята-спасатели носят маски. Но это не мешает нам получить море удовольствия от купания и игр на пляже. И все же, по моему глубокому убеждению, самая важная вещь на воде – это безопасность. И будет ли отдых удачным, прежде всего, зависит от нас самих, как бы хорошо спасатели ни работали. Кстати, мы стали свидетелями спасения тонущего человека. Я сняла, как его спасали для вас. Ближе к концу видео вы сами сможете оценить работу наших спасателей и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Не пропустите, обязательно досмотрите ролик до конца, а также поделитесь, как работают пляжи в тех местах, где вы живете в необычных условиях летнего сезона этого года. Приятного вам просмотра! Thank you.
спасли все. Все окончилось благополучно. Надеюсь, я вас не напугала. Это была тренировка. Хорошего вам отдыха и до скорых встреч в новых путешествиях!